Вы видите провод с правой стороны, внизу черненький, розовенький. Это инопланетяне. Тихо, 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 тихо. Вот что делает с людьми педагогика. Педагогика. Какой корень у слова педагогика? Женщина, обратите внимание на проводок сине-голубо-розового цвета с правой стороны в углу комнаты. Ну, посмотрите туда. Ага, попалась, лошара. Между прочим, на вас сейчас действовал юмористический способ воздействия. Это учебно-педагогический метод воздействия. Так хочется сделать, как в видео ВКонтакте, но я не могу, к сожалению, выпрыгнуть в окно. Оно немного выше, чем мои ноги, но я попробую. Ой, ты дружишь. Не называйте имени людей, пожалуйста, в этом видео. Неизвестно, кто будет его смотреть. Я не знаю никаких лайков. Гвоздика Мариновна. Шпа. Ты смешная, даже когда что-то не говоришь. Гвоздика Мариновна Шпак ищет психолога. Гвоздика Мариновна Шпак ищет дебила, который согласится потакать ей во всем и всегда, сука. Подчиняться всегда и везде. Соглашаться на все условия. Чё мы несём? Гвоздика Мариновна Шпак умеет готовить. Немного умеет убираться и великолепно поет. В чем вы можете убедиться в предыдущих видеозаписях? Тот самый лох, которого ищет гвоздика Мариновна Шпак, должен быть ростом не меньше, чем 1,85 м. Так гвоздика Мариновна Шпак сама не маленькая. Еще он должен быть неревнивый, доверчивый, удобный, комфортный для жизни и не мешать гвоздике Мариновне Шпак. Соглашаться со всеми ее требованиями. А долго еще? Да и знаю. В эфире была гвоздика Мариновна Шпак.